Ну, начнем с того, что есть на компьютере. Если у нас Windows установлено, можно поискать что-то из этого. Movie Maker или киностудия Windows Live. Это вариант для начинающих. Я с него когда-то тоже начинала. Могу вам даже показать свой видеоролик, который я пыталась, ну, как пыталась, я его создала с помощью этой программы. Ну, вот, пожалуйста. Фотографии, плакатная книга. По этой книге я создавала. Вот это сделано в Movie Maker. Оно, вот это вот программное оборудование, оно очень простое. Здесь очень все понятно на русском языке. Для начала мы нажимаем на вот эту кнопочку или вот на эту кнопочку и добавляем фотографии, видеоролики, все, что нужно. Вот. Они будут у нас здесь выстраиваться на нашей ленте. Вот с правой стороны, а на экране мы будем видеть текущий слайд, текущий фрагмент, с которым будем работать непосредственно. Их можно, естественно, менять местами. Их можно резать. Допустим, у нас есть какой-то видеофайл, который слишком длинный, мы хотим что-то из него вырезать. Есть раздел, который называется «Правка». Там мы запускаем видеоролик, ставим на паузу, нажимаем на кнопку «Разделить». И у нас видео разрезано уже на две части. Едем дальше. В нужный момент опять ставим на паузу, опять делим. И получается уже три фрагмента. Допустим, средний нужно удалить. Щелкаем по нему и нажимаем на кнопочку «Удалить». Все очень просто здесь решается. И вот таким образом мы выстраиваем на ленте времени нужный нам порядок. Дальше нам нужно добавить музыку, например. Через одноименную кнопку музыку можно добавить прямо сначала. И на весь слайд, и на все видео. Либо можно добавить музыку с текущего момента. Это полезно, если у вас несколько аудиофайлов. Сначала звучит один, потом в нужный момент подключаем второй. В этой программе только одна аудиодорожка и одна видеодорожка. То есть, если нам нужно несколько аудиофайлов друг на друга наслоить, или чтобы одно видео там накладывалось на другое, то, к сожалению, это не тот вариант. Придется искать какую-то другую программу. Здесь линейный монтаж, то есть вот по линеечке все выстроится. Дополнительно. Здесь есть возможность добавить видео с веб-камеры. Ну, вдруг захочется. Вот она такая кнопочка есть. И вот эти три кнопки добавляют титры, то есть надписи. Ну, Movie Maker, это же киностудия Windows Live, это одно и то же. Вот. Только они немножко интерфейсом отличаются, а так это просто два названия одной и той же программы, по сути. Вот эти кнопочки три, они добавляют титры. В начале, в конце и прям поверх экрана. Ну вот поближе вот они. Таким образом расположены. Это в начале слайд фильма, то есть там, допустим, можно написать название. Это прям поверх слайда, ну а это в конце, титры в конце. Вот, например, в начале фильма я хочу вписать его название. Ну, вот сюда я, например, хотела его. Это будет как название раздела у меня. Вот я создала вот этот вот такой слайд. Его можно перекрасить. Вот есть для этого цвет фона. Он черный. Захочу, сделаю каким-то другим. Вот редактирую текст через кнопочку. Ну, а вот здесь различные красивые эффекты для текста. Как он будет появляться? Сверху, снизу, там, с пузырьками и тому подобное. Длительность показа этого текста тоже регулируется. В общем, здесь все довольно просто сделано, незатейливо, но все функционально, все работает. Какую черную рамку? Вы имеете в виду вот эту вот? Это через цвет фона. По умолчанию почему-то выдает черное. Если мы захотим перекрасить фон, вот для этого есть кнопочка цвет фона. Там перекрашиваем в любой цвет, какой нам захочется. Ну и текст, естественно, можно там шрифт менять, жирность. Тут, в общем, редактор неплохой для этого. Вот таким образом мы создаем вот по линейке наш видеоролик. На выходе дополнительные еще опции назову вам. Визуальные эффекты позволяют немножко осветлить видео, добавить ему яркости, перекрасить. Ну, по сути, это как фильтры. Сепия, черно-белое, такое, сякое. В общем, выбираем тут из вариантов и смотрим, что получится в итоге. Ну и раздел анимация тут присутствует. Она позволяет добавлять переходы между слайдами красивые. То есть не просто, чтобы обрубался слайд и начинался следующий, а красиво один в другой перетекал. Щелкаем в том месте, где нужно добавить переход, и нажимаем анимацию, выбираем из списка все, что нам понравится. На выходе сохраняем фильм, он скачивается у нас на компьютер в хорошем качестве, в хорошем формате. Все, остается только делиться в социальных сетях или на YouTube его разместить и так далее.
Есть небольшая хитрость. У меня вот, если вы видео открывали про блокадную книгу, у меня там метроном и музыка идет параллельно. Хотя я говорила, что только одна аудиодорожка. Я пришлось пойти на хитрость. Я сначала сохранила видео с одной дорожкой, просто с музыкой. Потом загрузила этот видеоролик сюда второй раз в эту программу и сверху наложила еще метроном. Так можно, оказывается. Вот такая небольшая хитрость. Разновидность этой программы. Не у всех сейчас есть Movie Maker. Если у вас новенькая компьютерная техника, то этой программы может вообще и не быть, потому что сейчас Windows, по-моему, отказалась от поддержки этой программы, и даже скачать на сайте производителя уже нельзя, даже если очень хочется. Но вы можете поискать программу, которая незатейливо называется «Видеоредактор». Она очень простенькая, она даже еще проще, чем предыдущий. Она больше ориентирована, конечно, на создание слайд-шоу, хотя видео сюда тоже можно загрузить. Я даже знаю, что некоторые товарищи создавали целые эти видеолекции с помощью этой программы. Здесь все вообще еще проще. Загружаем просто какие-то файлы через кнопочку «Добавить». Вот они. Дальше вот здесь их по ленте времени выстраиваем в нужном порядке. Здесь есть добавление текстов, есть добавление длительности этих самых текстов на экране. Можно движение и 3D-эффекты добавить. Движение – это переходы между слайдами, а 3D-эффекты и фильтры – это всякие красивые фишечки. Там очень есть интересные заснеженное стекло, например, разбитое стекло, там какие-то морозные узоры и так далее. Очень интересно, можно пощелкать и посмотреть. Вот. Это применяется вот каждому этому слайду. Этот сервис больше всего ориентирован на социальные сети, поэтому ссылку я вам дала на контакт, где мы видео создали с его помощью. Что касается текстов. Тексты здесь очень простецкие, здесь даже нет редактора как такового, просто вписываем текст и выбираем вариант его оформления. Все. Ни шрифт, ни жирность, ничего мы здесь не сможем сделать, просто нужно выбрать из того, что есть. Нахождение на экране регулируется вот этими двумя замечательными маркерами. Двигаем их вправо-влево и выясняем, сколько текст будет появляться на экране, сколько он будет висеть. Вот и все. А дальше мы можем только выбрать, где он будет. В центре, внизу, сверху, сбоку и так далее. С одной стороны, вроде как это просто. С другой стороны, особенно тут не разгуляешься. Ну и что еще? Здесь есть еще библиотека музыки. Вот. Это очень хорошо, потому что в предыдущей программе не было. Здесь есть фоновая музыка. Можно из нее выбрать. В общем, достойный там список. И можно, естественно, загрузить свое. Для этого есть кнопочка «Пользовательский звук». То же самое, здесь только одна аудио и одна видеодорожка, к сожалению. Вот. Но в целом, очень простое программное обеспечение, которое всегда под рукой, всегда можно так вот быстренько, допустим, для социальных сетей, быстро что-то создать, это хороший вариант.